Всем привет, вы на канале Геймер. Сегодня у нас продолжение карьеры за Астон Виллу. Четвертая часть уже. Сегодня мы закончим сезон, возможно, начнем новый. Но мы начнем новый только если вы сегодня наберете, ну, до того, как видео будет целые сутки, вы должны будете набрать 4 лайка. Или 5. 4 или 5 лайков. Вот такие вот у меня для вас условия. Если вы хотите продолжение, то есть второй сезон, то тогда вам вы должны постараться и как можно больше все-таки радовать меня, потому что у меня уже как-то нет мотивации снимать немножко. Ну, потому что вы не смотрите видео, не лайкаете, не вообще ничего. Ой, не хочу с этим вратарем играть. Ну, ладно. Да ну, у меня телефон падает. Все, смотрим матч против Вестхэма. 0-0 после первого тайма. Делаем замену и забиваем, и пропускаем. Еще разбиваем и не успеваем пропустить. И все. Скорее всего, мы уже в Лиге Европы. И, ну, потому что шансы на конференцию еще есть, но они очень маленькие. У нас матч с Ньюкаслом, если не ошибаюсь еще. Да, матч с Ньюкаслом. Нужно хотя бы на ничью наиграть, и все. Мы, в принципе, если Брентфорд проиграет, то тогда мы проходим. Вроде. Той. Нет, что на травме. Макджи забивает свои. Ну, тоже очень отвратительно как-то Макджи. Ну, как-то плохо. Я не знаю, как это описать. Плохо ему. Заменяю, конечно. Не понимаю, нервы, может быть, но таблеточки есть от нервов. Боуэн. Выпускаю Боуэна. И легендарная тройка нападения наша все-таки продолжает жить. И против Ньюкасла она проигрывает. Ну, неудивительно. Я ничего не ждал от этого. Так, золотой мяч. Кто же получает золотой мяч? Сейчас увидим. Я, кстати, впервые вижу здесь Мбаппе. Ну, Мбаппе получит или Холланд. Чего, Саутгемптон? Саутгемптон, не вы серьезно? Показать результаты. Наш молодой игрок Хави Симмонс заслуженно. Халлер заслуженно. Зеленский, серьезно, смешно. Ну смешно, ладно, пошутили. Даже не Холл, Маркиньос был номинирован дальше, чем чем Холланд. Сейчас заскриню. Копа Америка, будем играть? Нет, не будем, наверное. Наконец-то Мартинес вернулся. Выпускаем Боуэна. Вот так вот. Брайтон нужно выигрывать, потому что Брентфорд, если... Ну, Боуэн сразу травмируется, конечно, молодец, просто подвел команду в самый важный момент. Диаби зато стабильно просто проходит. Забивает, и мы по ходу проходим. Да, две травмы, вы сумасшедшие. Я на экстриме играю? Конечно, на экстриме, вы что? Мне же он не вырубается после каждого матча. 2-0. Брентфорд забивает, но мы 3-0 даже выигрываем. Заканчиваем сезон. И мы попали в Лигу Европы. Хорошо. Сейчас узнаем свою группу. Где? Я не вижу. Где мы? А где?
Что? А вот, все, у него остановила, не знаю, бронт. Вот так вот получается. Ну ладно, на этом все. Всем удачи, всем пока. Жду лайки, подписки от вас. Ну, всем удачи, всем пока.